черт, я не туда его швырнула. Ух, я жив, слава богу. Конечно, я сейчас не буду жива. Всем привет, хочу порекомендовать вам мой канал, Владикс. На нем вы найдете различные челленджи, пранки, видео на ожидание реальность, а также видео на различные темы. Ссылка в описании. Заходите, смотрите, а также подписывайтесь на канал. Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать уже в третью часть игры «Самостоятельный Сэмюэль». Вообще-то давным-давно не было продолжения этой игры, его очень долго просили. И, конечно же, я решила, что вообще-то, да, пора уже, наверное, продолжить эту игру, Вика, ты слишком давно в нее не играла. И мы остановились на той части, когда мы стали супер-гипер-трансформером и будем сейчас драться против роботов других, и у них, наверное, тоже будет оружие какие-нибудь. Короче, это будет, наверное, сложно, я умру 5000 раз. Ну да ладно, ничего страшного, главное, чтобы мы прошли как-нибудь эту часть. Что ж, давайте продолжать. Теперь я с тобой буду разговаривать, тебе в камеру. Йоу-йоу-йоу, надо взорвать этих роботов, пока они никого не поранили. Смерть указывает путь. Сэма мучает вопрос. За что? Бедный Сэм, моргать, моргать. Блин, еще моргать надо, да ё-моё. Еще дышать поди надо. Диджей. Ладно. Да вставай уже. Он также будет падать все время. Ужас какой-то. Ладно, главное, дышать нам не надо. Это меня очень радует. Идемте навстречу с этими киберкрутыми роботами. Что за гуана? Стреляй в эту дверь. Йоу, нам пройти надо. Нажмите D, чтобы атаковать. А, нужно прицелиться, когда эта штучка будет зеленая, тогда атаковать. О, стреляй еще, братан. У тебя пушка хлипенькая. Ну, что поделаешь? Сэм разнес эту дверь в щепки. Вооруженный пасен. Я забыла, что моргать надо, Ой, господи, ужас какой. Ой, я уже слышу голоса роботов. Ну что, третики роботы, давайте сражаться. А, о, бога ради, еще одна дверь. Вот сейчас использую ракеты. Окей, что делать надо? Нажмите О, чтобы перейти на ракеты. Нажмите D, чтобы атаковать. Фу-ху-ху. Запробил дверь, вот это переполох. Поморгаем отчасти. Ой, мы зашли в какое-то опасное место. Это, наверное, там, где эти все роботы производились. Ой, быстрее идем отсюда. Ну же! Черт побери! Эту дверь нам не взорвать. Забрось меня туда, я изнутри открою. Смерть еще бросать бомб? Ну ладно, мне нравится это. Кидаем. Он шагнул в смерть и глазом не моргнув своего единственного друга. Придется ему дышать вручную, пока его друга нету. Он и его однодневный друг снова вместе, как трогательно. Все, давай быстрее вставай, Сэм. И побежали. Нужно спасать мир. Мы единственные, кто можем помочь ему. О, черт! Нажмите, чтобы применить щит. А я применила щит! Я нажимаю А. Почему он не применяется? А, все. Йоу, кажется, все починил Сэмми. Ну все, отлично, можно продолжать. Подставил голову! Конечно, голова-то никак не пострадает. Нужно стрелять в него. На, получай. Ракеты тебя снесу. Сэм вынес первого робота, как будто это мешок мусора. Ну да, Сэм такой. Его самого в начале игры кидало, как мешок мусора. То туда, то сюда. Щит. Так, снова ракета. Сейчас запустим. Да Сэм! Блин, господи, ты тут ворочаешься. Как тут стрелять-то? А, вот. Хоп. Получайте ракету. Чего второго стрелять? Чего? Ну, что ты не стреляешь? О, получай, мерзкий гад. Нижний, подмергать. Черт, я вот, блин, тут столько кнопок, я не уверена, что я смогу все это делать одновременно. Ему попадается бегун. Бегуны остры, как бритва. Лучше прихлопнуть их, пока они далеко. Да ё-моё, ты что не стреляешь-то? Получайте, мерзкий робот. Кстати, почему от них одни ноги остаются? Меня этот вопрос интересует немного.
Так ты стрелял бы! Вот сейчас тебя убьют, прихлопнут тебя, ясно? Я все путаю, на какую кнопку, блин, стрелять. И моргаю вместо того, чтобы стрелять в своего врага. Вообще классно. Швырните смерть, чтобы отвлечь врага. Окей. Так прикольно. Целятся так в него прикольно. Ой, целятся. Господи, не те слова говорю все время. Нажмите S, чтобы восстановить равновесие. Я в порядке. Да, действительно, я просто душил робот. Ну кто кого, моя ракета или твоя маленькая пулька? А что же я? О нет! Ай! Давайте поменяем оружие. Нет, мне не нужна смерть. Мне нужно оружие нормальное. Хоп, получай, робот. А! Я не успеваю, капец, он такой сложный. Как я его сейчас победю? Ой, нет, меня сейчас убьют. Он идет спиной вперед, тактическое отступление. Не трогай меня, нет! Черт, я сейчас помру. Капец, видите, как я? Я как Майкл Джексон. Тут. Ладно, я слишком далеко ушла уже от этого робота, мне нужно возвращаться. С помощью шпагата мы продвигаемся дальше на шпагате. Чтобы показать тому врагу, какие мы гибкие, мы крутые, что он нас не победит. Идем такой уверенной походочкой. Ну все, наготове, главное быть. О! Получил. Какой ты злой вообще, ужас. Отвратительно. О! Попадаю. Да! Нифига себе, просто два раза подряд нажал. И все. На! Сэм, давай быстрей! Он разорвал его так, будто ему за это платят. Платят болью. Согласна. Я бы еще не так его разорвала. Так, нужно швырнуть смерть. О, нет, я не туда его швырнула! Ох, я жив, слава богу! Конечно, я сейчас не буду жива. Я передумал. Бедная смерть. Такие звуки, я не могу, просто меня это убивает. Стреляй. Быстрее, убивай ты уже этого. Так, нужно поменять оружие, да, наверное? Блин, не вовремя поменяла. Что происходит? Почему такой свет светлый становится? Нет, быстрей, стреляй в него, стреляй. Нужно его срочно убить, я сейчас умру сама, блин, капец какой-то. Я ничего не успеваю делать, это слишком сложно для меня. Я не настолько многофункциональна, что могла делать несколько действий сразу же. Тихо, фу, что ты тут делаешь? Что ты творишь? Ой, эй, проблема сама себя не решит, действительно. Чини меня быстрей. Сразу же защиту делаем. Опять мне туда стрельнула. Быстрее, перезаряжайся. Сэм! Фух, мне нужно оружие. Иначе по-другому мы не выиграем. Эта ракета слишком долго перезаряжается. Так, вот теперь можно. О, нет, быстрей! Сэм, тебя сейчас снова угробят. Так. Нужно швырять смерть снова. Вот знаете, у них на теле такие, типа, телевизоры, да? Телеки такие показывают смайлики разные. И когда, в общем, робот душит смерть, у него такой смайлик, типа, котик. К чему вообще это? И, кстати, ребята, кто заметил, что на роботах эти смайлики, пишите в комментах. Сэм, стреляй. А меня тут пока убьют скоро. Меня тут пока убивают. Получай еще.
Так ты чё не стреляешь? Ты чё, дурак, что ли? О, нет, ты дурак, Сэм. Опять, который раз меня уже убивают. Костюм Сэма опять отключился. Срочно стрем. Йоу, я все походу починил, Сэм. Я даже не знала, что ты смерть можешь что-то чинить. Блин, меня уже бесит этот робот. Огромный. И ты, Сэм, меня бесишь немного. Потому что ты нифига не можешь. Ну, хотя вообще-то так-то, если смерть сказала, что ему нужно делать все самостоятельно, то я как бы примерно так же бы собой управляла. В итоге сиротский приют остался на месте. Не такой уж и плохой день сегодня. Но тут подул другой ветер. В смысле? Остался еще один робот. Робогорничная. О, ну. О, черт, чувак! Вся надежда на игровой автомат. О! Берегись этих ребят. Ракетки, уйдите отсюда, идите, идите. Ракетки, блин. Бомбатик, отца нужно срочно пораскинуть мозгами. Идем, идем, сейчас они взорвутся. А-а-а! Отходи. А-а-а, Сэм, блин. Ты что, даже не можешь ничего нифига сделать? О, мы можем ее бить. Поменяй. Оп. О, ты ее сделал, чувак. Давай, стреляй, стреляй в нее. Робогорщина взлетает и начинает сбрасывать подарочки. Это больше похоже, если какашки сбрасывают подарочки. А что, вдруг она и вправду сейчас какашки будет сбрасывать? Ну нафиг, не надо нам такого счастья. Защита. Пока поморгаем. О, нет. О, нет, Сэм, 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 стреляй быстрее. Ух. Сейчас можно поменять на ракету. Стреляем, стреляем в нее быстрее, быстрее. Еще одна ракета, да нифига себе, мы скоро ее убьем. Ух ты, пух ты. С первого раза ее убить и не умереть? Ты че? Ты че, дурак или че? Сэм, ты серьезно? Сэм, надо чаще использовать щит. Сэм копил силы и его противник тоже. Отлично, чувак, так держать. Почему ты не защищался-то в нужном момент? Сэм, иди оттуда быстрее, быстрее. Меня сейчас убьют. Он почему-то назад идет медленнее, чем вперед. Иди отсюда, первая бомбочка. Вторая. Нет, нет, Сэм, быстрее. Отлегло от сердца. Быстрей стреляй в нее! Поменяй ты оружие уже свое. Я не успею вот ее сейчас добить, потому что Сэм нифига не может сделать. Сколько раз я, кстати, это не говорила. Капец какой-то. Опять вы говнюшки взрывающиеся. Сэм, встань. Отходи, отходи назад! Так у меня должно это смешить, то, что он нифига не может сделать. Но меня это наоборот бесит, потому что я-то умираю из-за этого. Это очень плохо. Это никому не нужно. О, ты ее сделал, чувак. Ага, конечно. Да, мы ее выиграли. Все, отрубилась, иди отсюда. Прикончи, чувак, давай. Зачем? Ну ладно. Ух ты, сразу три. О, нет, она очнулась. Черт, 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 черт. Такая, типа, я полетела пока. Куда это? Голова полетела. О, нет! Только не в сиротский приют. Ну чё такой конец ужасный, блин! Не-не-не-не-не! Упс! Такой меня типа, это все вы виноваты, вы виноваты! О, черт! Ну смерть теперь должен с этой не минимум 300 крупиц жизни.
Он этому не обрадуется. А Сэм, ну чего только не происходит у него сейчас в голове? Фу-фу-фу-фу. Ох, не знаю, что на меня нашло. Ладно, давайте продолжим эту историю. Да, какой счастливый конец, прям вообще. О, черт! Мне надо исчезнуть, пока он меня не нашел. Только закончу одно дельце. Смерть рискует встретиться с тем, с кем ни за что не хотел бы. Ради одной вещи. Скейтмейт 3000 – идеальный скейт для кикфлипов. Ты бы научился еще сначала делать. Ой, я так близко, я уже предвкушаю кикфлипы. Тут появился он. Сатана? Падший ангел. Дух зла. Мефистофель. Люцифер. Владыка гада. Вельзевул. Сатана. Упс. Похоже, смерть, ты влип. О, Сатана. Приветика, я не... Чё делал, братан? Такой беспалевный вопрос. О, знаешь, сатанинские дела. Тружусь. Как пчелка. Это ж типа хорошо. Особенно, когда у тебя потом твою работу вдруг разрушат. Я слышал, ты убил 300 лысых обезьян? Лысых обезьян? Что? Ну, как убил? Я мимо проходил, когда это случилось, но... Я только так могу его озвучивать. И они были слишком юны для грехов, так что... Они даже не попали в ад. Я тебе заплачу. Смотри, у меня есть 300 крупиц. Вон они там, посмотри. Откуда же ты взял эти 300 крупиц? Уж не у меня ли укроп? Подрабатывал по выходным. Может, отпустишь уже, нет, Смет? Ты теперь в полном гуану. Тем временем Сэм пытается вытащить себя из кучи гуану. До исполнения проклятия несколько часов. Мы неужели мы выживем? Ура! Все, проходим. Идем так. Так воняет чем-то. Типа без смерти смерть тут был в роли. О нет, Сэм, падай. Идем таким образом, а то ну нафиг сейчас еще умрем, блин, в самом конце игры лоханемся, как всегда. Пусть он так идет. Все, можно наконец-то встать. А, снова эти фоточки. Мне конь тут понравился. Сам уже собирался ложиться, как появилась она. Война. Ты представь, какой идиот. Дал себе посадить в адскую тюрьму. Так что я теперь и за себя, и за него. Двойные смены и никакой прибавки. Ладно, тут сказано, что ты должен был умереть почти 24 часа назад. В смысле? Сэм попробовал было вставить что-то в духе... Нет, нет, прошу, не надо, это не смешно, не смешно. Но из-за недостатка навыка ручного управления устной речью, получилось только это. Ничего не успел сказать. Ну, пожалуйста, ну не надо, ну чё ты, ну подумай, я ж не хочу умирать, ну пожалуйста, ну не надо. Я тебе еще потом припомню. Да мне пофигу. Я обиделся. Куропатка Сэм уходит от тебя. О, она догоняет меня быстрее. Убегаем от нее. Убегаем. Привет, уважаемый. Посмотрим, найдется ли для вас работа. Вы будете... О, сыном директора крупной компании? Будете сидеть в своем кабинете целыми днями играть в автоматы. Ну, на это уйдут все ваши крупицы, уважаемый. Сэм вспоминает, что у него кончились крупицы. О, нет крупиц жизни? Что ж, мне жаль, сэр, но это значит, что вас посадят в адскую тюрьму.
А могло все так хорошо закончиться? Стражу, хорошо вам мне. Что, нет купиц? Ну, только с каждым может случиться приятель. Вот и все, дружок. Надеюсь, тебе тут понравится. Надо принести ему поесть. Я доберусь до тебя. О, Смерть, привет. А вот и он, Смерть. Йоу-йоу-йоу, Сэм. О, кстати, поняшка прикольная. О, ты пришел спасти меня? Ты настоящий друг, братан. Ну, какой план? Какой может быть план? Я сам сюда попал за тебя. О, чувак! Будет жестко, но, кажется, это единственный способ. Чё? Класс, когда охранник вернется, я его пополам разорву и всуну тебя внутрь. Фу! Ты сможешь управлять им собственными руками. Какая жестокая игра. А вот и он. Эй, друг, какие кексы хочешь? Клубничные или шоколадные? Он такой заботливый. Я и те принес. О, мой бог. Черт побери, сработало, брат. Ладно, сломай эти прутья. А потом тащи свой зад к месту нашей первой встречи. Мы выберемся отсюда. Йоу. Зажатый между еще теплыми внутренностями охранника. Сам думал о том, как хорошо быть богатым. Ведь после такого ему понадобится курс психотерапии. И не один, я уверена. Короче, ребята, это, походу, еще не конец. А все из-за тебя, Смерть. Вообще, все так-то из-за Сэма. Ну, бывай. Ставьте пальчики вверх, и следующая часть выйдет быстрее. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки будут в описании. Ну, и на этом все. С вами была я, Вика. Всем пока.